have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет! Мы с вами находимся в Икее. Отличное место для семейного отдыха, для того, чтобы подобрать себе какие-нибудь интересные вещи, скупиться и все дела, а также, чтобы построить себе крепость из Икея вещей. Все же так делают, да? Да, конечно. Все так делают. Так, Р. Вот, О, я нашел какую-то лаву. Стол. Не, я, наверное... Так, я буду идти со своим пингвинчиком. Не знаю, где это, но я тебя найду. Со своим пингвинчиком. Это угроза? Я тебя найду. Наверное, я пока что шкафами поотгораживаюсь. Фишка в том, что сейчас день, сейчас Икея открыта, и все хорошо. Но тут ноги ходят. Тут ноги ходят. Да обычно такие ноги, ну что тебе? Ты имеешь что-то против ног? Ну так-то по-хорошему нет. А скажи мне, пожалуйста, сотрудники, они умеют прыгать? Да. То есть вот это они перепрыгнут? Ага. Блин. Это печально. Советую делать крышу. Из чего? Из стены. Ну, из шкафов такие. Нет, в смысле крышу. Берешь такие шкафы, стол и ставишь. А ничего, что шкафы? Ну ладно. Шкафы. Правильный русский язык. Ну ладно, палатушек. Чем бы мне отгородиться? Еще шкафы-то заканчиваются на самом деле. Мне тебя найти. У меня столы есть. Можно столами, кстати, отгораживаться, ну, я да. Думаю. Сейчас попробуем. Можно отгораживаться столами. Что я нашел? А столы можно в два этажа? Да, можно. Можно построить сколько угодно ступенек вверх, и здесь все равно бесконечный потолок. Так, а выползать можно из-под стола, например? Попробуй. Ну, я уже пробовал. Отлично. Опиши отдел, где ты находишься. Так, столы, школьные, кровати, рядом со мной кухня. Две аптечки. Так, понятно. Три аптечки. Да, но это же Икея. Блин, ну кто убрал дорогу на выход? Здесь сейчас фиг ориентируешься. Нет, в смысле на выход. Из Икеи невозможно выйти, все же это знают. Ну блин, кто-то убрал стрелочки. Я нашел дверь. На выход? Нет, я просто нашел дверь. Миночка, отсюда можно сбежать? Нет, я просто нашел такой обычный дверь. Кровать в центр. Стол сюда. Я только что кого-то... А, тут кто-то ходит. Это обычный работник Икеи. Его можно трогать? Не советую. Ясно. О, я нашел чей-то дом. Работников Икеи нашел. Куча работников Икеи. Так, вот это кресло мне, наверное, не нужно. Я бы лучше шкафами отгораживался, но у меня есть только столы. Поставься. Блин, а музыка тут прикольная. Скандинавская мебель на заказ. Скандинавские гробы они тоже делают? А если я не успею? Мне вот интересно. Слушай, вот эта конструкция, она жизнеспособна или нет? Из столов, или они перепрыгнут? Главное, чтобы там не было за что зацепиться и ниги не перепрыгнуть. А как это, чтобы не было за что? Ну, попробуй сам перепрыгнуть через них. Если ты не сможешь, то значит все хорошо. Я-то перепрыгиваю запросто. Ну, значит, я не смог. Что, надо в три этажа делать? Да.
думаю, то, что я смогу найти тебя. О! Что? Ничего. Вроде норм. Это ты свистел? Нет. Нажми на речь. Сейчас стол поставлю. О, я нашел тебя! Так, я уже иду к тебе. Жди тут. Ты там не работник случайно? Нет. Работником нельзя быть. Вот, я тебя видел. Работником нельзя быть. Еще раз свистни. Так, я тебя слышу уже. А, мне нужно... Так, погодите, по X ее повернуть. Ёлки! Вот, вот ты! Вижу. Привет! Наконец-таки... Я не достроил нифига. В общем-то, советую... Советую идти за мной. Ладно, иду. А как я потом свой дом найду? Построишь новый. Фига себе, я только что потратил, блин, не знаю, 100-500 тысяч часов для того, чтобы... Лестница! И чё? 100-500 тысяч на то, чтобы лестница. В общем-то, залази сюда, ко мне. Я могу передвинуть лестницу. Если это достаточно. Так. Ты хочешь убрать лестницу? Сейчас. Нет, мы будем передвигаться на самый верх, чтобы нас никто не достал. Давай попробуем. Я с лампочкой. А мог бы сразу сказать? Чёрт! Блин, я сейчас... Так. Ну-ка. Так, залазим. Спасибо. Забирай лестницу. Сейчас. Долбанный манекен, ненавижу. Так, ставь лестницу. А, сейчас, я поверну. Дай мне... Тихо. Она нас не достанет. Главное не упасть. Нет, не надо подниматься, я ее неправильно поставил. Понял. Нам фонаря не хватает, я его внизу забыл, блин. Страшно-то как жить! Так, залази. Не видно ни черта, надо было фонарь взять. А зачем нам выше, если он и там не достанет? Ну там просторнее. Ого. Ну вот, тут. Все, теперь нас точно никто никогда не достанет. Ух. Тогда получается и строить ничего не надо? Погоди-ка. Нет, надо. Ну, блин, тогда какой нафиг смысл в игре? Ну так я и говорю, если ты просто можешь забраться на верхний стеллаж. И просто здесь жить. Ну, ладно. Зачем ты это делаешь? Чтобы подняться на крышу. Вот. Тут вроде не упадешь. Так мы и там мы не падали, там тоже было нормально. Знаешь, ты точно даже упадешь. Сиди на месте. Сиди на месте. Сейчас тебе лестницу дам. Кидай. Нажми на F один раз. О, спасибо. На F, на I. На F. Я на I, по-моему, лестницу управляю. Можно на F тоже. Ладно. Ну что ж. Я не могу тебя поднять, да? Ждем утро. Хорошо. Итак, время страшных историй. Тот самый момент, когда ты сидишь в Икее, и на тебя охотятся злобные работники, которые пытаются тебя выкинуть. Надо энергии где-то. Блин, жалко, нельзя поспать. Где энергию достать? Жрачка. Идем за мной, тут врач. Не надо часто. Часто не надо. Да ты от голода сдохнешь. Нет, чё, мне еще 40 энергии, я до утра доживу. О. А сколько ночей надо пережить? А тут бесконечные ночи. А зачем они тогда отчитываются? 8-я, 11-я?
в общем-то, под каждую ночь появляется какая-то фигня. И в этой ночи у нас что? В общем-то, вроде 50-я ночь — это последняя. И на 50-й ночи появится настолько огромная фигня, то, что я даже сам не знаю, что это. Директор Икеи. Да. Блин, вот бы знать, когда закончится ночь. Да, надо бы как-то часами... Короче, прыгай. Вот, по лестнице так, вот, спускайся. Зачем? Я не знаю, как тебе, а вот мне очень нужна жрачка. Ладно. Так, надо взять лампу, вот эту вот. Вот, эти лампы хорошо светят. Идем. Вот жрачка. Нет, это аптечка. А, ну, блин, да. Я что-то думал, что медикаменты также восстанавливают. Да, согласен. А, пойдем тогда поищем жрачку. Где жрачка? Блин, там работник справа. Валим. Иди ко мне. Слушай, тебя сейчас... Да, спасибо. Ёлки, а что ты такой маленький? Подожди. Я кинул в него лампу. А как мне использовать аптечку? Нажми на один. Жрать надо, жрать, я сейчас от голода подохну. Он сейчас дует. Вот, бери. Ты самый, блин, жрачка, я сяду умер. Так, минуточку, как ее съесть-то? В общем-то, нажми на F. Вот, смотри на жрачку и нажми на F. Нет, не бери ее в руки, нажми на F. И еще Маш, пожалуйста, посвистеть, чтобы я тебе нашел. Так, иду. Так, один медкит, а... Короче, аптечка восстанавливает жизни. Я понял. Просто нажми на один. А, нет, на F, на F. Ну, но а только... нажми на G. А, но в инвентаре. Да, нажимай на аптечку. F? Вот. Нет, не F, а сейчас просто смотри туда, не в инвентарь, и нажми на 1. Нет, не на 1, а просто M1. Кнопка мыши. Левая. Ты не смотри на аптечку. Просто смотри в никуда. Куда ты... А, сейчас вот так! Ох ты ж ё! Ну да, тяжело немножко. Посвисти. Вообще не очевидно. Как я пережил эту ночь? Легко и просто. В общем-то, смотри, кровать нет. Получается просто... Получается просто днем нужно бегать, запасаться... Так, G убрать это. Вот, все, все, все. Да, получается, весь день нужно не крепость было строить. Спасибо, что ты мне об этом сказал. Вот, а нужно было запасаться аптечками, жрачкой. Пойдем хавчик найдем. Блин, ну я залагал, и теперь все, что я могу сделать, это ничего не брать, а только кидать несуществующие лампы. Ну что ж такое? Перезайди. Окей. Лакей. Я тут буду. Я пока подлечусь. Так, G, 7 аптечек. В общем-то, аптечки — это хорошо. Аптечки — это всегда хорошо. И еще запасайся пиццами и хот-догами. Фул хпшка. Хорошо, куда мне идти за хавчиком? Где он тут есть? Пойдем поищем. Ну, в кухонных отделах. Вон, лимоны, лимон справа от тебя. Вот, лимоны. Нажми на F на лимоны. Растут лимоны на высоких горах. Блин, погоди, если это Икея, то же где-то должны быть фрикадельки. Самая питательная здесь еда, но редко. О, тут есть ребенок, вот самая питательная еда, я нашел. Ребенок? Слушай, посвисти, я хочу тоже съесть ребенка. Яблоки? Ой, оно настоящее. А, инвентарь заполнен, вы нормальные вообще. Советую выкидывать аптечки. Да нет, я буду есть лимоны. Аптечки. А вода? Вода тоже что-то восполняет, наверное.
Ой, нашел чью-то базу. Можно было у них попросить, чтобы они нас увидели. А вон, я тебя вижу. Я тебя тоже вижу. Ух ты, это что такое? Что? Ну, обычный отдел с мороженым. Мороженое, ну что, должно восполнять там просто миллион калорий. Доктор Боб. Так, у меня инвентарь полный, тут полно яблок, иди сюда. Да сейчас. Я сейчас что-то... Вот, я за тебя прыгаю. Вот, привет. Иди сюда, тут яблоки есть. Сейчас мы тогда съедим вот это яблоко. Я возьму еще вот это яблоко. Яблоки. Тут, кстати, детские кресла. Да, прикольно. Игрушки. Так, в общем-то, надо сейчас найти место, где можно, пожалуй... Карл, смотри. Что там? Я нашел смерть. Короче, нужно найти большие кровати, не двухъярусные. Зачем? В принципе, кровати. Но кровати это очень хороший снег. Так можно по стеллажам бегать. Ну, чувак, вот так неинтересно. Вот когда ты в своем доме, который ты построил сам... Тут есть, смотри, смотри, тут есть клетки с уже готовыми стенками. Вот, смотри. Ну да, здесь... Это скала, которая жрет блинчики. Офигеть. В общем-то, нужно найти много кроватей. Так, мы что, тут базу делаем? Да. В общем-то, нажми на Т. В общем-то, назови это... Чего? Назови это как-то. Вот, теперь выбери цвет, можно выбрать икону всякую рандомную. Так, это было Т. Хорошо, погоди. 1, Р. Она упала, блин, ты чё, ты серьёзно? Ты не умеешь ты строить всякое, в общем-то, поставь. Есть. Хорошо, стол. Его можно развернуть по... Так, теперь, наверное... Так, ага. Разворачивай кровать. Тут пицца есть. Ну да, обычная такая хорошая. Ты принес? Нет, я не приносил. Тут просто пицца лежит. Офигеть, тут залежи еды, конечно, крутые, да. Так, я пошел в поисках кровати, чтобы сделать хорошие стены. Двухъярусные не бери. Так, погоди, я думаю, что вот это надо вот так. О, зеркало. Увидел, что с этой пиццей-то делать? Ну, кушать. Да, блин, я один... Нет, черт! Ну, мы не успели. Ну, жди там, короче. Жду. Поворачивай стол. Короче... Так, нужны столы. Просто дай мне столы. Нет, убери кровать, она нафиг не нужна. Сейчас. Убери ее куда-то вот сюда. Убрал. Я сейчас так стол сюда поставлю. Там пицца была. Так, 2. 1. Пицца здесь, это здесь. Пойду притащу что-то светлое. Так, сейчас, подожди. Я иду искать. 1, 2, 3, 4, 5. Так, лестница с моей стороны, с этой стороны лестницы нету, хорошо. Если что, я найду дорогу домой. Так, вот, хорошая лампа. Уже иду. Черт, ладно, сделаем вот так. Тут есть пицца, тут есть лампа. Ты че телек притащил? Ну, такой обычный телек. Не в ту сторону. Надо, чтобы вот тут светло было, в этом углу. Это не лампа, это телек. Он, видишь, он очень мало освещает. Но освещает.
Все, стой, стой, стой! Иди сюда. Переждем ночь. Тут есть пицца, похавай. Вообще. Так, у меня есть яблоки. Фу. У меня тоже есть яблоко, наверное, скушу его. Тут есть полки. И чё? Ну, обычно такие полки на них. Шкафы! Очень хорошие стены. Я нашел залежи шкафов. Два. Так, убери нафиг полку. Убрал. Есть шкафы. За залежи шкафов, блин. Вот, сзади нашей комнаты здесь просто куча шкафов. А шкафы очень хорошие стены. Шкафы это всегда очень хорошие стены. Блин, я даже не могу с первого раза прыгнуть, это не прикольно. Видишь? Это очень удачно. Я застряла. Че, блин? Там кого-то прям мучает эта фигня. Надо больше лампочек сюда, чтобы тут было светло. Светло. Шкафы, шкафы, шкафы. Шкафы, шкафы, шкафы. Фух, блин. Телек можно включить и выключить, прикинь. Ага. Так, можно использовать полочку как лестницу, чтобы... Горку, что ли? Да. В общем-то, надо ее поставить как-то. Сейчас сообразим. Z. Так, вот так. И можно теперь... так. И теперь... Блин, я по диагонали не поставишь. Ладно, пусть так будет. Ну, типа вот так может запрыгивать. Угу, понял. Тут у нас тоже лестница есть. С кровати. Там кто-то ходит в темноте. Кто-то шастает. Фишка в том, что сейчас из-за того, что темно, я не вижу толком, как у нас располагается мебель. Сейчас приду. Я принес лампу. Зеленую, хорошую. Зеленую, хорошую. О! Да, лампа прям ништяк. Вот в этот угол надо еще одну лампу будет, и мы прям шкафы. В шоколаде. Я несу шкафы. Все, что нам надо, это шкафы. Больше шкафов могут быть только большие шкафы. Это да. Так. Сейчас последний шкаф принесу. Давай, сейчас ночь закончится. Мы вот это место дооборудуем. Можно будет сделать прям хорошую крепость из этого. Почему нельзя коробку от пиццы... Баррикаду? Нет, поднять. Я бы ее переместил бы. Кто знает? Похавай что-нибудь. Не, мне хорошо. Тебе хорошо. Так, принесу... Ой, а сюда можно спрятаться? Я принесу больше шкафов. Шкафов. Прикинь, это такие ячейки для сна. Дайте уже утро наконец-то. Исполнилось просто. Так, это можно сюда. Сейчас посмотрим. Лампочку. Пойдем достанем лампочку. Что? Я тут такое нашел! Такое я нашел! Да ты сейчас офигеешь! Офигеть, что я нашел! Это акула! Она будет висеть на этой стене. Я думаю, телек надо. Ну не то чтобы поменять, нужно сюда поставить сейчас еще один светильник. Телек выключить, потому что он ярко бьет по глазам, но он на самом деле не освещает. Ой, тут есть еще одни шкафы хорошие, лампочки прям есть.
Кепчук. Все. В нашем доме есть защитники. Так, диван нафиг убрать надо. А как мне... Диван это плохая баррикада. Как сюда прийти? Стой, 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 вот. Все, диван будет ступенькой. Они не запрыгнут по дивану? И то верно. Его можно на ночь убирать, знаешь, поднимать да. Мост. Ой, тут вода есть. Отлично. И чипсы. Я же говорю, это прям отличное место для того, чтобы сделать комнату. О, нифига себе, да тут хот-доги, иди ко мне, сзади. Сейчас, выпью воды. Сзади тебя, тут куча хот-догов и еды. Блоксиколы. Короче, все хорошо. Супер. Тут куча доритосов. Лимоны? Так, ты где? Свистни. Я сейчас приду. А, вон я вижу тебя. Тут целая кухня, реально. Тут пиццы, хот-доги. Ой-ой-ой-ой-ой, да тут можно вечно жить. Бананы. Тут целая кухня. Тут бургеры, Карл. Фрикадельки! Те самые фрикадельки легендарные, я их нашел. Мы, по-моему, вообще нашли просто лучший спот за все время существования Икеи. Тут можно жить вечно. Но эта игра и намекает. Ну, 50 дней здесь протянуть будет вообще несложно. Ты знаешь, что будет на 50-м дне? Я не знаю, но если тут их 50, то... Казалось, везде происходит на 50-м дне. Мы находимся в вполне нормальных, уютных условиях, чтобы здесь жить. Вот я вот эту картину возьму. Нам она не помешает. Жилище должно быть уютным. Так, картина это хорошо. Я вот диван поставил. О, телек, диван. Я сейчас принесу еще кровати, это будут отличные крыши. Да, будут. Отличные крыши. Будут. Пойдем. Так, крыша, говоришь, да? В общем-то... А ковер? Я сейчас свистну, видишь меня? Да. В общем-то, иди ко мне, помоги взять кровати. Иду. Вот. Так, а вот это... Нет, это не подходит. Видишь, тут есть кровати. Ну, кровати здоровые, да. В общем-то, бери двойные кровати, которые вот тут вот. Вот, я возьму эту. Нет, не такие кровати. Понял, понял уже, понял. Вот там вот есть. Ага. В общем-то, кстати, тебе стоило было поставить метку на нож там. Я поставил. Отлично. Кровать. Я-то вижу. 200 метров. Ну, или 200 чего-то, я не знаю. Сюда не запрыгнем. Да, хорошо. Короче, переставь вторую кровать как надо. У тебя лучше получается. Я пойду принесу еще одну. Я надеюсь, что я успею. Хотя это достаточно далеко. Я надеюсь, что я успею все-таки. Успеешь, успеешь. Не беспокойся. Я беспокоюсь. Тут ночью офигеть как жутко. Что ж, утром так весело. Утром реально хорошо, прикольно, нормально. Вот серьезно, смотри, когда ты попадаешь в эту игру. Ты такой первый раз заходишь утром и думаешь, ой, прикольно, Икея, а ночью так, тебе срочно пожрать что-то надо. А, это правда, мне реально срочно надо пожрать что-то. У нас рядом кухня, попробуй похавать прямо с этой кухни, чтобы не запасы не уничтожать. Я нашла микроволновку, обязательно потом возьму. Сильная. Ну что, крыша пока что складывается. А как мы потом на крышу будем забираться? А, через диван, что ли? Можно будет открывать некоторые баррикады и использовать их как дверь. Я вообще еще могу дверь перетащить. Да такое, ладно. Вот тут можно запрыгнуть еще. Пойду пожру чего-нибудь. Давай, 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 похавай перед сном. Ну, в смысле, перед ночью. Что-то
Слушай, фрикадельки офигеть какие питательные. Ну, а это же фрикадельки, потому что я банан слопаю, наверное. Так, я притащу еще больше кроватей. Сделаем полную крышу. И еще я притащу кофейный столик, потому что он стеклянный, его можно использовать как окно. Ёлки! Ёлки-иголки. Давай, залази, быстро-быстро. Быстро-быстро. Залази. Я очень надеюсь, что к нам никто не доберется. Надо кресло брать. Почему? А, да, точно. Забирай. Сейчас уберу. Кровать поставлю только. И закинь его сюда пока что. Потом используем как ступеньку. Выходи. Ну, нормально. Теперь у нас хватает освещения. Теперь у нас нету темных углов. Есть более-менее крыша, частично как собранная. Как телек переставить? А? Телек переставить. А то неудобно смотреть, да? А, все, садимся, наслаждаемся. Жалко, тут программу нельзя поменять. Пицца внутри дома пусть будет. Постараемся не хавать. Ты положил акулу на кровать? Это кресло, чувак. Ну, это типа диван, уголок. Не знаю, как это все. Че думаешь, нам еще один светильник нужен? Я притащу. Не надо, куда? Стой! Все, не вылазим, ночью не вылазим. Нафиг. Нет смысла рисковать. Телек выключи пока что. В общем-то, думаю, надо вместо вот этой вот кровати двухъярусной поставить кофейные столики, чтобы это было окно, чтобы мы видели, что там за фигня происходит. А мы услышим. Ну, лучше видеть. Потому что есть некоторые чудовища, которые нельзя услышать, а только увидеть. А какая нам разница, если они не могут проходить сквозь... Блин. Знаешь, есть одно чудовище, которое может проламывать стены. Но оно точно не на 13 ночи, оно на 50-й. Оно страшное такое, огромное. Называется Королики. Ага, блин. А может просто нарастим стены? Вот эти стены никто не проламывает, да? Они стационарные. Да. Хорошо. Так, вот. Надо бы использовать кресло вот это вот, как еще одну ступеньку сейчас. Кто-то свистит. Подсвистывает. Интересно, если находясь внутри убежища, ты будешь свистеть, тебя обнаружат? Я думаю, да. Да, попробуем. Я не хочу, спасибо. Мне, в принципе, хорошо, я счастлив. Если сейчас буду вот сюда, через крышу. Блин! Не пройдет. Надеюсь. Нет, не иди сюда, ты упадешь, я знаю тебя. Может, не надо его дразнить? Вот там ноги. Да, ноги, вижу ноги. Ноги я уже видел. Почему эти ноги разговаривают? Потому что excuse me. Очень похоже, знаешь, какой вайб дает? Как во время зомби-апокалипсиса, знаешь, такой сидишь, пережидаешь ночь, пока зомби ходит по улице, а потом днем выходишь за припасами. Пароль от Wi-Fi. Принесу побольше кровати. Не-не-не, стой. Кровати это хорошо. Кровати это здорово, но кровати будут утром. Так, в общем-то, надо посчитать, сколько еще кровати понадобится. Три, четыре, пять, шесть. Шесть кроватей еще надо. Ого, это много. И тогда у нас будет полная крыша. Потом надо будет ноги еще бегают. Принести... Что, ноги? Опять ноги? Да. 13-я ночь. Счастливая. Слушай, у нас некоторые проблемы есть. Что? А ноги прыгать умеют. Да, но они сюда не запрыгивают. Ты уверен? Чёрт! Ты это видел? Что это нафиг такое? Оно тут! Ноги запрыгнули! Пусть оно внутри дома будет. Уходи! Ноги, уходите! Чёрт! Ноги, не жульничайте! Но эти долбаные ноги! Тут две ноги! Помогите, ёлка!
слышу, но это пошло на... Ай! Она меня бьет. За мной бежит две ноги. Ну да, это две ноги. Ну все, я умер. Не-не-не, лечись! Най! Блин, плохие стены были. Я не... Нет, я просто не ожидал, что ноги-то запрыгнут. Черт, одна хп! А, одна хп! Чувак, ноги, ты знаешь, как они живут? Они же по-любому приспособились высоко прыгать, раз они долбанные ноги. Одна смерть. Печалька. Ладно, но все равно 13-я ночь. Хорошо, ребятушки, я думаю, тогда на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодцы. Всем пакета. Всем пакета.